Привет всем, дорогие мои подписчики, гости моего канала. И сегодня я вам хочу показать мои покупочки, парфюмерные покупочки за месяц март. В общем, я опаздываю с этим видео. Значит, я занималась другими покупочками, покупочками в дом, потому что мы собираемся делать ремонт в квартире. И сами понимаете, что на это тоже требуется время. И, в общем-то, чуть не забыла я про мои мартовские покупочки. И хорошо, что сегодня вспомнила. У меня появилось настроение, чтобы вам снять вот это видео. И еще кое-что хочу сказать. У меня был период, когда я практически не могла слушать ароматы, в общем, какой-то такой пустой период. Я называю этот период пустым, потому что я не могла никак разнашивать ароматы, никакой, в принципе. Ну, у меня такое бывает, в общем. И, наверное, это еще связано с погодой. Погода вообще какая-то странная. Сегодня тепло, завтра холод, с утра солнце, после обеда ливень. В общем, непонятная погода. И наверное, это еще зависит от погоды, потому что бывает такое, что настроение пропадает, и как бы не хочется ничего делать, хочется просто зарыться в постель, смотреть телевизор, пить горячий чай. Ну, в общем, вот такой вот период у меня какой-то был странный. Вот, это все прошло, слава богу, что я вернулась обратно к моему хобби. И вот я сейчас перед вами. Прежде чем начать вот это вот видео, я вам хочу еще кое-что сказать. Хочу вам сказать всем спасибо. Всем спасибо за то, что вы мне оставляете очень приятные комментарии, комплименты. Мне очень приятно. Я когда начинала снимать видео, в самом начале у меня было очень много негативных комментариев. И, конечно, было неприятно. Но вы знаете, сейчас я получаю столько хороших, комплиментарных комплиментов, что прямо у меня душа поет. Мне хочется снимать вот это видео, и мне кажется, я даже соскучилась за вами, поэтому мне не хватает опять ваших комплиментов, не хватает мне ваших комментариев. Действительно, мне не хватает ваших комментариев, я в этом честно признаюсь, и поэтому я сегодня снимаю видео, чтобы опять с вами пообщаться. Так давайте начнем показ моих парфюмов, которые я купила в месяце марте, да, правильно. В общем, и давайте так, начнем с самого начала, что я купила. Я купила вот такой вот аромат от марки Lancôme. Пока что у меня запечатанный вот этот аромат, я его не распечатывала, я даже не имею понятия, что это за аромат, почему я его купила, потому что стоил он всего-навсего 29 евро, это была такая скидка, то есть Лос Бараку, я уже вам рассказывала об этом в одном из моих видео, если кому-то интересно, посмотрите это видео и послушайте. В общем, вот этот аромат я купила. И вот этот я аромат купила, вот этот я уже вам показывала, снимала видео за 5 евро, да, агент-провокатор. В общем, ну, мне очень понравился вот этот аромат, сразу он мне понравился, мне он нравится до сих пор.
И я вам скажу, что мне нравится, нравится, нравится. В общем, еще один аромат от марки Агент Провокатор. Это вот такой вот аромат. Это классический аромат. И я про него рассказывала, есть видео, если кого-то интересует, посмотрите, послушайте, что я говорю про него. В этом видео я про него рассказывать не буду, так как я уже снимала про него видео. Вначале он, ну, как-то так мне не очень, но я его разнашиваю и хочу сказать, что он мне не разонравился. У меня есть еще одна упаковка. И есть еще вторая упаковка вот этого аромата Legend. И я сначала думала поддавать кому-то вот эти ароматы, но сейчас я уже передумала. В общем, я их, можно так сказать, оценила, поэтому пока я не думаю никому их отдавать, пусть они у меня стоят. Потому что я думаю, что все же эти ароматы поймут настоящие ценители парфюмерии. Не каждый их поймет, это точно. Но если кто-то поймет, наверное, не зря он любит парфюмерию, да? Потом следующие интересные покупочки, которые у меня есть, это вот этот аромат от марки Исмьяки. Вот такой вот Лео. В общем, читайте. Аромат довольно-таки свежий, то есть я его не распечатываю, потому что я его несколько раз потестила в магазине. Я четко помню, как он мне раскрывался. Вначале он мне раскрылся цветочным ароматом, очень таким приятным букетом цветов. Мне кажется, там есть роза, может быть. Потом он меняется, и четко слышится какая-то зелень и свежесть. Вот так вот. То есть аромат неплохой, но очень быстро исчезает из моей кожи. У меня сухая, горячая кожа. В общем, он не очень стойкий. Его надо частенько поновлять. Ну, может быть, это зависит от погоды. От погоды, я не знаю. Ну, в принципе, не очень стойкий все же. Я не думаю, что он будет стойкий. Если есть стойкость, она есть стойкость. Если ее нет, ее нет. Так. А на закуску я ставлю очень интересный аромат. Легенду, можно так сказать. Сейчас я вам покажу аромат от марки Jimmy Choo Exotic. Туалетная версия. Вот такая вот упаковка. Я покупала этот аромат в магазине Sephora. Я его не открываю, потому что я 150 раз ходила в магазин Sephora, 150 раз его тестила, я не знала, купить мне его или не купить. В общем, я не знаю, какие там ноты, но в последний раз, когда я зашла в магазин Sephora, и чтобы его потестить, и, кстати, стояла последняя упаковка, я, в общем, стояла и думала, надо он мне, не надо он мне. Непонятными какими-то экзотическими фруктами вначале мне раскрылся на моей коже в магазине. В общем, я подумала, не надо мне этого аромата. В общем, я вышла из магазина, прошлась немножко, ну, может быть, метров 100. Был легкий весенний ветерец. Ветер. Боже мой, я услышала что-то такое приятное и сразу спохватилась понюхать мою руку, да? И я просто очаровалась. Я замерла и подумала, мне он нужен. Каким-то таким шоколадом он мне завеял, карамельные ноты какие-то раскрылись, шоколад какой-то мне почудился. Ну и как всегда в марке Jimmy Choo есть их фирменный почерк, естественно, он с этим почерком. И вот это вот все мне понравилось, я вернулась. Вот этот аромат меня заставил вернуться в магазин Sephora и купить его.
Так что это говорит о чем-то. Я не знаю, это, по-моему, версия вот этих экзотических ароматов 2017 или 2016 года. Я не знаю, я, в общем, не смотрела никуда. В общем, мне как-то было неинтересно. Если кого-то интересует, вы можете посмотреть. Вот. Вот такой вот у меня аромат от марки Jimmy Choo. И последнее, что я вам хочу показать, это просто чудо. Чудо, которое я раньше не понимала. Я не понимала этого чуда. Я год назад это чудо ходила в магазин CAD и тестила, но я никак его не могла понять. Он не раскрывался. Летом я его пробовала, осенью я его пробовала, зимою я его пробовала и, наконец-то, весною, месяце марте я его пробовала. И что это за аромат, я вам сейчас скажу. То есть я, точнее, вам покажу. Вот он. 100 миллилитров. Да. Да, вот эту красоту я купила за 66 евро. Где-то так. Мне сделали скидку. И мне подарили тестер. Так как я купила последнюю упаковку, мне отдали тестер, потому что сказали, что уже этих ароматов не будет. Здесь 100 миллилитров, и как вы видите, здесь практически пол флакончика. То есть жидкости довольно-таки много, мне хватит наслаждаться этим ароматом. Я так вижу, что здесь жидкость темная. Вы тоже, наверное, заметили, да, вот здесь так свет интересно падает. Стекло синее, темно-синее интересное стекло. И жидкость вы видите, и мне кажется, она вот такая желтенькая, да. Ну, если бы флакон был прозрачным, белым, то мы бы увидели конкретно. Но я думаю, я уверена, что здесь какая-то желтая, темная жидкость. Потому что здесь есть ваниль. Вот. Так почему же я его купила? Я его купила по одной простой причине. Потому что все говорят, что это очень красивый аромат. В свое время я этот аромат не слушала. То есть в свое время это 2007 год. Да. Вот, ну, другие, в общем, ароматы, а на этот просто я не обращала вообще внимания, не знаю почему. В общем-то, почему же я его купила, все-таки возвращаюсь, потому что я отдаляюсь от этого вопроса, который сама себе задаю, да, почему же я его все-таки купила? Я его купила, потому что сказали, что аромат снят, он действительно снят с производства, его действительно уже нигде не найти. И еще по одной причине я его купила. Очень выгодная цена, потому что если вы пойдете на какие-то сайты смотреть, сколько он стоит, то мама родная, там цены заоблачные. И еще есть два аромата. То есть, извините, еще есть два флакончика по 50 миллилитров. Вот я думаю, пойти их взять или нет. То есть пойти купить или нет. Не знаю, в общем, я думаю. Надумаю, если надумаю, пойду куплю. В общем, я его не понимала. Я его, когда купила, в общем-то, купила и все. Вот этот тестер я, когда принесла домой, на второй день уже начала его пробовать на себе, разнашивать, и ничего у меня не получалось. Я где-то купила его в середине марта. В общем, я подумала себе, думаю, может быть, зря я его купила, что-то я его наносила на себя, я его, ну, никак не могла понять. Он не раскрывался, не раскрывался, и недавно, где-то 2 недели тому назад или 1,5 недели тому назад, как-то я открыла в спальне окна.
И комнату, значит, зашел такой свежий утренний воздух. Я, в общем-то, одела чистую пижаму и решила заняться уборкой. Пошла я, значит, в мой парфюмерный гардероб, взяла вот этот вот флакон и думаю, так как я его не поняла, нанесу я его на себя и буду делать я уборку. Годится, будешь ты мне годиться для уборки. В общем, нанесла его на себя. Вышла я, значит, из этой гардеробной комнаты, парфюмерной гардеробной комнаты. Пришла на кухню, а мой муж меня спрашивает, а какими духами ты надушилась? И я, кстати, от себя тоже услышала какой-то невероятный запах. Как вам сказать? Он раскрылся. Такой вау! И я подумала, ух ты, да, вот это чудо произошло все-таки, которого я так долго ждала. Его просто надо вдыхать. Вау! Надо же, ну вот надо же, вот такое вот чудо просто случайно приходит, когда ты этого просто не ожидаешь. Я, наверное, очень плохо буду разговаривать на русском языке, но вы не обращайте внимания, просто меня настолько перевоплощают эмоции от этого аромата. Я просто вот, я вдыхаю, я им вдыхаю. Вот сейчас я вам... Вау! О. Я поэтому сегодня так оделась. Ну, мне так захотелось сегодня одеться. Я думаю, что вот этот стиль прям подходит для этого аромата. Хотя этот аромат я могу носить в пир и в мир, мне все равно. Если он мне нравится, то я его буду носить, куда мне хочется. Вот сейчас он такой, о, такой смолистый он какой-то, честно. Ой, есть амбра, есть пачули. Я не знаю, есть ли здесь роза, но я как таковой розы не слышу здесь, но амбру, мандарины и пачули, вот могу сказать, что я вот это вот слышу. Просто вот хочется дышать им, хочется просто его вдыхать, вдыхать, вдыхать. Все. Я никому этот аромат не отдам. Я уже думала этот тестер кому-то подарить. Вот. Но если я пойду еще покупать вот эти остальные два флакона, там еще есть тестер, они мне его могут подарить, я так думаю. 99% они мне его подарят, если я заберу все два флакона, чтобы он просто был. Я могу быть спокойна. Вау, это красота. Это красота. Девочки, вот такие вот у меня покупочки в этот раз. Надеюсь, что видео вам понравилось. И до скорой встречи. Я вам пожелаю всего самого доброго, самого лучшего. С вами была Татьяна. Пока-пока. Я вас всех целую. Пока.